Наш маршрут будет проходить в центральной части страны с запада на восток и обратно. Здесь, в узких ущельях и на довольно крутых склонах, расположены основные города и селения. Выше, под ледниками, холодно. Ниже, ближе к равнине, жарко. А на высотах 2-2,5 тысячи метров климат комфортный. Контрольный пункт на въезде в Королевский ботанический парк, раскинувшуюся на большой территории зону первозданных лесов. Здесь маленький придорожный базарчик. Яблоки. Между прочим, вкусные. А это сушеный козий сыр. Мы попробовали, не понравилось, безвкусный камень грызть. Но местные едят его с удовольствием. Перевал Дочула на дороге между Тхимху и городом Пунакха. Высота 3116 метров. Говорят, в хорошую погоду отсюда можно увидеть восточные Гималаи. Но нам не повезло. Здесь построено множество чертенов, буддийских ступ. Они содержат останки святых людей или объекты, связанные с их жизнью. Отельчик на перевале. Мы ночевали в нем. На балконе установлена подзорная труба для обзора Гималаев. А для тех, кому не повезло с видимостью, есть панорамное фото. Ну, хоть так. Утро. Мы начинаем спуск в долину Пунакха. Остановка в пути. Любуемся пейзажами. Бутанцы активно обживают горные склоны, поскольку мест, пригодных для строительства и ведения сельского хозяйства, в стране мало. Всего 9% от общей площади.